Светлогорской картинной галерее «Традиция» проходит выставка работ художников Татьяны Кублицкой и Елизаветы Пастушенко. На выставке Татьяны Кублицкой «Зорко, одно лишь сердце» представлены иллюстрации к белорусским народным сказкам и сказкам народов мира. Работам художницы свойственны глубокая народная мудрость, высокая поэтичность образов, несокрушимая и светлая вера в человека, в его силы и возможности, нравственное целомудрие и чистоту, неподражаемый юмор и острую сатиру, простоту и доступность содержания и занимательность повествования. Эти добрые, пусть даже и выдуманные истории, не претендуют на правдивость. Народные сказки созданы и призваны для того, чтобы затрагивать самые благородные человеческие чувства. Окунитесь в волшебный мир сказок. На выставке известной белорусской художницы-графика Елизаветы Пастушенко представлены произведения разных лет. На протяжении всей своей творческой карьеры художница, обладающая иногда по-детски наивным трогательным взглядом на мир, а иногда пронзительным видением сущности бытия, обращалась к кошачьим образом. Эти работы Елизаветы отличаются особой трактовкой персонажей. Ее коты могут не только иметь умилительную внешность и забавно имитировать человеческие занятия, но и становиться органичной составляющей сложной художественного образа, в котором переплетается множество значений и смыслов. Ждем вас на выставке до конца ноября, а также в праздничные и выходные дни. Приходите, чтобы получить заряд положительных эмоций.